За неделю литр 95-го бензина подорожал на 71 бан, а литр дизельного топлива на 44. Тенденция роста прослеживается почти ежедневно после того, как Национальное агентство по регулированию в энергетике начало устанавливать максимальные цены. Сохранится она и в ближайшие выходные. 2 сентября НАРЭ установила для 95-го бензина максимальную цену 20 леев 7 банов. На второй день литр этого вида горючего подорожал на 16 банов. 6 сентября стоимость увеличилась настолько же. 9 сентября 95-й бензин прибавил в цене еще 18 банов, а в пятницу закрепился на отметке 20 леев 78 банов. Этот показатель действителен на выходные и понедельник. Математический расчет показывает, что водители заплатят на 30 леев больше за полный бак в 40 литров. 2 сентября максимальная цена дизельного топлива составляла 16 леев 27 банов. На второй день последовало подорожание на 15 банов. 6 сентября НАРЭ установила еще более высокую стоимость. 16 леев 56 банов за литр. 9 сентября цена увеличилась до 16 леев 69 банов. В ближайшие три дня максимальный порог продажи солярки 16 леев 71 бан за литр. В результате за 40 литров полного бака дизельного топлива водители заплатят почти на 20 леев больше. Национальное агентство по регулированию в энергетике связывает тенденцию с увеличением средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных биржах, в первую очередь на бензин. Это происходит из-за сокращение запасов топлива после урагана Ида, который остановил добычу нефти в Мексиканском заливе.